Ребятки, знаете, что такое Мишка веселый? Тан-тан-тан-тан-тан-тан. А у Мишки сегодня день рождения. Ура! Пряздрямляем. Еще болтик в руках. А он, видите, в свой день рождения фигарит свой подарок. Мою прелесть, говорит. Ну, он подарок себе хочет сделать, хочет быстрее на нем поехать уже. Да, ребят, охота пуще не валяет. Подарок я Мишане уже подарил. Да, ребят, подарок у меня уже лежит. Где подарок? Показывай. Лежит. Давай, 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 давай. Ага, потерял. Вот он. Вот. Шикарная вещь, ребят. Вот. Сейчас покажу вам, что это такое. А у тебя он там, что ли, лежит? Да. Ух ты. Я его экономлю. До следующего года не включай теперь. Вот такая, ребят, штуковина. Тут у нас есть дисплей. Ой-ой-ой-ой-ой. В этом режиме он будет светить 21 минуту. Офигенно. Ну, ребят, это на самом деле был такой тренировочный подарок. На самом деле я решил подарить Мишане полезный подарок. Ну, полезный и для нас, и для вас. Это будет полный комплект подводного снаряжения для подводной охоты. Вот так. С днем рождения тебя, Мишаня. Вот. Так что будем теперь подводную охоту смотреть. Ух, тоже. Круто. Вот на днях поедем в магазин, будем выбирать, подбирать все. Потому что это костюм, допустим, нельзя купить дистанционно. Его надо мерить все равно. И не факт, что он сразу подойдет. Вот и будем выбирать, подбирать. И заодно купим всю снарягу и прочие вещи. Слушай, так это я человеком-амфибией стану. Да, Ихтиандром. Ихтиандр, да. Сынок. Да. Вот, смотрите, что у Мишаньки тут уже. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Скоро в ближайшей серии мы вам покажем, расскажем о том, что... На самом деле, ребята, я сегодня тороплюсь, у меня встает... Наделал. Не встает, а подсыхает герметик на... Места, где должны быть. Потом расскажешь. В своем кино расскажешь. Мы тут день рождения празднуем, а ты нам тут это самое. Да. Ты нам в сериях уже надоел со своими гайками и булочками. Ну уж какой есть. Вот. А фонарик, правда, прикольный. Мы такой, я и себе купил. Вон сколько режимов. Да я самую главную функцию покажу фонаря. А, вот, да. Ага. В мозги прям зашла, да. О! Ну да, удобно. Все, ребят. В общем, поздравляйте Мишаню в комментариях, желайте ему всего самого наилучшего. Ну а мы будем показывать вам видосы. Будем стараться. Мишаня, кстати, Мишаня, оказывается, меня старше. На сколько ты там? На 2 месяца старше меня, что ли, получается? На 1. Ёлы-палы, да ты старпер, Мишка. Ну все, костями скреплю. Вот. Все, ребята, всем покедова, Мишку с днем варенья. Ура!